О, RPD поставили, RPD нам в кайф. RPD нам в кайф. Главное, чтобы заспавнилась левая часть карты, да. Я думаю, тут сейчас чуваки сами сбегут. На RPD все же вот эти вот места, где несколько палеток есть, с ними очень тяжело, ты обилочкой не закроешь, а просто рашить тебе придется. Кстати, кайфовая часть карты выпала. Давай я здесь подожду. Подождал, блин, проверяй. Да тихо ты, блин, ты куда бежишь-то, блин? Дружочек, ты что? Сюда! Как же долго я ждал, да? Ну это же, это того стоило, правильно? Так. Ну вот что это такое? Блин, я даже подойти не успел. У них как будто мою ауру, что ли, видно. А, но он даже не хочет со мной здесь бегать. Бессмысленно. Ну что, теперь я в той же ситуации оказался. Где ты просто берешь, рашишь и даешь хитурю чуваку. Переигран, дружочек, переигран. А то говорят, ну вот, Иван для сурвов, ты ничего не поделаешь. Пожалуйста. Пожалуйста. Наблюдаем, наблюдаем. Хорошо. Прям зацепило. Сюда, дружочек. Конечно, ты наверху, мне кажется. Так. Никого? Никого? Сейчас обойдем с лестницы, поднимемся. Там 100% кто-то будет уже. Угу. У чела было без огласки. За ним нет смысла бегать. Вот за этим можно еще, кстати, побегать. Тоже будет все палеты? Здесь в палетах стоять или что? Не. А что, ребята, не хотим в палетках поиграть? Я не пойму. Вроде весело же было. Хорошо начинали. О, все, вернулись, да?
сюда. О, это грустно, грустно. Фак. Тут не увидел, с какой стороны чувак. Но в палетах вообще ничего не могут сделать. Кто бы там что ни говорил, типа челы в палетах просто закрываются спокойно. Давай еще раз. Поехали. У них, скорее всего, еще билд на... Ну, сейчас увидите, сейчас у меня глушение просто пойдет. Что? Что, твою мать? А, понял. Понимаю. Понимаю. Окей. Наверх? Хорошо. Ну просто, я говорю, это спокойно обыгрывается. Те, кто думает, что это не обыгрывается, вы просто, видимо, ну, мало в ДБД наиграли. Второй раз мог, кстати, оглушить. Ой, хорош. Переиграл меня здесь. Давай дальше за этим. У них тем временем чувак откисает. Нет, не откисает, уже пошли сейвить. О! Выбиваем хорошую палеточку. 4 гена они не чинят, все бегают. Шикарно. Сюда, хитуля. Сюда, хитуля. Может, сзади подойти хит дать? Ой, чуть-чуть не хватило. Да, блин, они понимают, что я не Раша. Хорош. Мог второй раз. Хорош. Хорош. Сюда. Стоит, ждет с фонариком. Но ребята зашли повеселиться. Нормально. У них один чили, двое веселятся. У этого... перк специально, он заполз в межпалет. Я его не подниму. Он будет у меня от земли откисать. Все расхитованы, шикарно. Угу. Ну а тебя-то, дружочек, никто не подсейвит, понимаешь? Кстати, я тупой. Да. Я не подумал об этом. Блин, вот это подстава. Здравствуй, демонолог. Давай, друг, ты опять ляжешь там в центре, а я просто такой, хоба! И все, а? Ну просто, ну, это ж прикольно. Это ж круто. Тебе понравится, обещаю. Серьезно? Друг, они тебя вот так не засейвят.
Здравствуй, хорошая. Получается гений. Ты же, дядя, я тебя это самое. Да-да, иди сюда. Ну давай, давай, хорошо. Ты же хочешь. Ну ты же хочешь, поехали, давай. Хорошо. Еще раз отползет туда, интересно, или нет? Нет, не ползет. Под фейковый палец подползла. Ну и чё, просто подождем? Пускай весь мир подождет. А я успею на кушку повесить, интересно? Хорошо. Все, ребятки, веселье закончилось. Поглушали немножечко, да и все. Плюс хитуля. Следующий, ну поехали. Хорошо. Да, 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 расскажешь. Не контрится, говорили они мне, не контрится. Давай, восстановись. Я даже подожду, пока ты восстановишься, дабы, ну вот, да-да-да-да, вот туда, идеально, идеально! Как же хорошо сработает перк! Давай, друг, давай! Подожди, подожди! Это палета! Это палета! О, вот так вот! Блин, я не могу! Стратегия пошла по одному месту просто. Я этого челика даже трогать не буду. Он просто бегает, чинит, пытается что-то сделать. А это, а вот это просто лизуны. Ну-ка. На подсейве нет, возможно, осколочек. Давай, друг, до свидания. Я буду ржать, если будут писать, что нечестная способность вешать дистанционно. Это будет забавно. Здравствуй, Чичплей. Скорее всего, там люк. Да, люк там. Ладно, присядем. Может, он подумает, что люк здесь, если он где-то здесь находился. Не-не-не, нашел. Ну, пойдет. Не знаю, вот я получил удовольствие от этого, от того, что вот они пытались реализовать стратегию. Вроде как она работала, но не работала. У всех, посмотрите, у троих отчаянная борьба, у троих раскачка, у троих несокрушимый. А, не, несокрушимый у двоих. Еще экспонента был.